Масштабная демонстрация за процветающую Молдову рядом с сильной Россией состоялась накануне в молдавской столице. Для участия в марше, организованном партией социалистов, съехались десятки тысяч жителей со всех уголков страны, чтобы заявить во всеуслышание о том, что успех экономического развития Молдовы в сотрудничестве со странами таможенного союза. За таможенный союз, чтобы была стабильность в нашей стране, чтобы не было коррупции. За нашу Молдову, за ветеранов, которые воевали. За свободу. Число собравшихся на площади Великого национального собрания достигло 50 тысяч человек. Участники мероприятия прошли тремя колоннами к центру молдавской столицы, где перед жителями вместе с однопартийцами выступил председатель партии социалистов Игорь Дадон. В своем приветственном слове лидер молдавских социалистов подчеркнул: «Все, кто принял участие в этом масштабном мероприятии, пришел сюда по зову сердца, а не по чьему-то приказу». «Нас десятки тысяч свободных людей, которые пришли сюда по собственному желанию, потому что нас беспокоит то, что происходит в Республике Молдова. Мы хотим, чтобы у нашей страны было красивое будущее». «Эти евроунионисты не считаются с нашими традиционными ценностями. Сегодня хотели организовать здесь марш унионистов, но они испугались и уехали все домой, потому что увидели, что нас больше, мы сильнее». Наша страна – Молдова, наш язык – молдавский, наша история – молдавская история. И независимо от того, молдаване, русские, украинские, гагаузы, все мы – граждане Республики Молдова. Каждый ответит за украденный лей, за униженных пенсионеров, за многодетных семей, за молодую семью, за инвалидов, за каждого ответите. Воры должны сидеть в тюрьме, и там ваше место. Победа! 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 Митингующие приняли резолюцию по возрождению Республики Молдова, которая включает в себя полное устранение олигархов из власти. Мы, участники многотысячного марша за Молдову в таможенном союзе, делегаты, принявшие участие в общереспубликанских сходах граждан по всей стране, а также представители гражданского общества, принимаем данную резолюцию. Необходимо остановить беспредел и навести порядок в стране. Игорь Дадон заверил собравшихся, что социалисты наведут порядок в стране, проведут общенациональный референдум и денонсируют соглашение об ассоциации с ЕС, возродят экономику страны, пересмотрят в сторону повышения социальные пособия, пенсии и зарплаты бюджетников, восстановят добрые отношения с Россией и вернут российский рынок для молдавских товаров. Наталья Чайковская, Виктор Дудук, Вячеслав Котин, Павел Воскобой. Ведомости.